влюбленный в краеведение, изучение уже известной информации о делах давно ушедших дней и постоянный поиск новой стали для Владимира Белко, можно сказать, смыслом жизни. Окончил политехнический вуз в Минске, а после службы в Советской армии оказался в Одинцово. Добросовестно работал в метрострое, однако мысли о журналистике многие годы не давали покоя. Поскольку все-таки работал в строительной организации, почему-то пошел учиться в Институт инженеров железнодорожного транспорта, но не стал его заканчивать, бросил и пошел поступать на факультет журналистики МГУ. И удачно поступил. Вот, после этого занимался журналистикой. Работал в «Новых рубежах» и даже создал собственный информационный центр. Потом исследовательский талант привел журналиста к изданию первой книги об уголовной лексике. Многие вещи, они как бы становятся популярными, потому что совпадают с общими какими-то настроениями людей. Мы эту тему, скажем так, специально не выбирали. Просто у нас так получилось, что вдруг, скажем так, мы осознали, что обладаем достаточно большим массивом лексики, чтобы ее систематизировать, обработать и, скажем так, еще накопить новые знания. Систематизировать, обработать, накопить новые знания. К информации, как и к слову, краеведа и журналиста отношение бережное. Не смог пройти мимо судьбы своего коллеги, краеведа Александра Пузасикова. Автор признается, он и сам только со временем осознал масштаб этой личности. Он испытал все те тяготы, которые были в ту пору. Он рос без отца. Много чего повидал на своем веку. Потом учился в специальной артиллерийской школе в Москве. Подростком. А потом была Великая Отечественная война. После войны герой книги Владимира Белко посвятил себя педагогике, художественному искусству и, конечно, истории родного края. Больше, чем Пузатиков об Одинцовском районе, о старой и современной жизни никто, в общем-то, не собрал, скажем так, информации и, более того, не популяризировал ее. Краевед признается, книги еще обязательно будут. И не ради тиража и славы. Они – бесценный источник информации для будущих исследователей. Вполне возможно, что именно работы Владимира Белко помогут им открыть новые страницы истории Одинцовской земли. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».